Родственники, друзья и коллеги Михаила Седова до последнего надеялись найти его живым. Хотя оперативники накануне говорили, что шансов на это практически нет. Сегодня в час дня более 50 волонтеров опять должны были приступить к очередным поискам, но тут поступил сигнал от Следственного комитета. Тело Михаила Седова было найдено недалеко от поселка Булыгина, рядом с озером Пионерское. Сейчас здесь ведутся следственные мероприятия, работают криминалисты. На территорию никого не пускают, лишь только родственников вызвали на опознание. Мужчина пропал 2 октября в 10 часов вечера в районе гаражно-строительного кооператива на улице Малахова. По словам очевидцев, между ним и неизвестными лицами произошел конфликт. Михаила Седова поместили в багажник его же автомобиля и увезли. Позднее машину барнаульца нашли на лесополосе в районе нового Власихинского кладбища. В настоящее время в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. За расследование особо тяжкого преступления, которое произошло в индустриальном районе, взялись самые опытные следователи края. По их словам, у них уже есть подозреваемый в совершении убийства. Со слов очевидцев был составлен фоторобот. Ирина Корчагина, Андрей Пещеркин. Наши новости.